Вчера мне приснился удивительный сон о девушке, превратившейся в лебедя. Ее принц влюбился в другую, и тогда прекрасная лебедь убивает себя. Фильм, открывший Венецианский кинофестиваль 2010 года. Надеюсь, в этом сезоне он даст мне роль поважней. Давно пора, ты давно танцуешь. И больше всех отдаешь искусству душу. Фильм Даррена Аронофски. За нашу новую королеву лебедей, несравненную Нину Сирс. Режиссеры фильмов «Рестлер» и «Реквием по мечте». Я Лили. Ты будешь блистать. Посмотри, как она двигается. Чувственно. Никакой фальши. Соблазняй! Нападай! Нападай! Откуда это у тебя? Не обращай внимания, моя милая девочка. Почувствуй прикосновение. Реагируй. Ну и замашки у препода. Не хочу об этом говорить. Тебе точно надо расслабиться. Это все из-за роли, да? Такое напряжение, я еще тогда говорила. Что она здесь делает? Я твоя замена. На пути у тебя стоишь лишь ты сама. Как ты узнала, где я живу? Секрет фирмы. Она преследует меня. Никто тебя не преследует. Прошу, поверь мне. Милая, милая девочка. Во что превратилась моя милая девочка? Ее больше нет. Номинант на премию «Оскар» Натали Портман. Венсан Кассель. И Мила Кунис в фильме... «Черный лебедь».